В день Махашиваратри, особенно в северном полушарии, происходит невероятный подъем энергии. В йогической традиции считается, что в эту ночь никто не должен ложиться. Ваш позвоночник должен находиться в вертикальном положении, чтобы происходило естественное движение энергии вверх. В этот день, здесь, на широте 11 градусов, в присутствии Дьяна Линги и Гор Велингери, я желаю и благословляю вас, чтобы все вы открылись благости Махадевы. Со времени проведения первого Махашиваратри в центре йоги Иша в 1995 году, с каждым годом празднование проходит все более ярко и насыщенно. В марте 2019 года Иша будет проводить свой 25-й фестиваль Махашиваратри. Красочный фестиваль продлится всю ночь и будет включать музыкальные выступления, культурные мероприятия, мощные медитации и интенсивные духовные процессы. Мы приглашаем вас отпраздновать эту ночь, которая нет равных, садхгуру и в присутствии адь-йоги.